Здравствуйте! Тема этого ролика – самая полезная и самая вредная привычки. Сегодня на сайте Лента.ру прочитал статью, доктор Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку. Самое вредное для здоровья души и тела – это сидеть дома. Надо гулять летом, весной, осенью и, конечно, зимой, потому что зима – самое лучшее время, отметил специалист. Но я бы назвал самым лучшим временем года для прогулок это позднюю весну, когда тепло, природа расцветает, замечательно зелень, листва свежая, радует глаз, душа наполняется надеждой, в общем, ощущением счастья, радости. В общем, поздняя весна и лето для прогулок, ну не знаю, насчет пользы, а вот самые радостные – это вот именно эти времена года. Ну, по крайней мере, для меня. В общем, говорит он, что нужно гулять, что сидеть дома вредно. Я с этим соглашусь, конечно. И приведу примеры своих знакомых. Одна, значит, собаковод Оксана Ивановна, ее, наверное, многие знают. Эта женщина, ей за 70, она, или около 70, не помню, она активно гуляет с собаками по городу и в замечательной форме, на мой взгляд, находится. В то время как в эти годы многие люди фактически из дома-то и не выходят, потому что здоровье не позволяет. Также знаю свою ровесницу, которая каждый день утром и вечером гуляет с собакой. И тоже хорошее здоровье. Если случаются какие-то простудные заболевания, это долго у нее не длится. Может быть, день-два, температура 37 и все. И все нормализуется. Ну, где-то по полчаса в день, утром и вечером. Замечательно. В любое время года получается хороший закаливающий эффект для организма. То есть, подытоживая, самая полезная привычка для здоровья, на мой взгляд, это регулярные прогулки на свежем воздухе. Ну, насчет самое полезное и самое вредное, тут, конечно, вопрос риторический, можно поспорить, потому что бывают привычки более вредные, чем сидение дома. Вот здесь я, кстати, поспорил бы с Мясниковым. И, возможно, бывают более полезные, чем ежедневные прогулки. Потому что человек, он не только, так сказать, телом живет, он еще и духом живет, душой. Вот. То есть религиозный человек может сказать, там, чтение духовных книг, самая полезная привычка для души, например. Для здоровья, скажет физкультурник, прогулки на свежем воздухе. Но, тем не менее, как факт, можно принять, что сидение дома – это вредная привычка, а прогулки на свежем воздухе – это полезная привычка. А что вы думаете по поводу самых вредных и самых полезных привычек, пишите в комментариях к этому видео. Будет интересно почитать и там, может быть, даже и поспорить. Ну, статью вы сможете прочитать, она здесь видна вся, она небольшая. Хорошо, в принципе, доктор Мясников сказал о прогулках. Это действительно так, гулять нужно. И мой опыт это тоже подтверждает, что регулярные прогулки, хотя бы даже и по вечерам, в течение часа и более, очень полезны. И в том числе для предотвращения ожирения. После ужина очень полезно прогуляться. Это лично мое наблюдение. Ну вот и все. Спасибо за внимание. Пишите. С вами был Дмитрий. Всего вам доброго.